Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Моя смерть не была напрасной. Даже если бы ты не вытолкнул ее, с ней бы все было хорошо. Что? Ты так испугался, что целую лужу на дороге набрудил. А врачи из местной больницы ржали, как кони, узнав, из-за чего у тебя сердечный приступ случился. Сейчас напротив тебя в больнице стоят родственники и тоже угорают в нервном припадке. Перед тем, как отправиться в другой мир, нужно непременно их испытать. Слух, может, поторопишься, а? Толк от них тебе будет один и тот же. Ведь никто нифига не ожидает от такого атаку, как ты. Ну нельзя же так! Брать с собой богиню — это против правил! Незаконно! Это точно незаконно! Буга-га-га-га. Отправляешься в другой мир с человеком, которого за идиота держала. Ну и каково тебе сейчас? Мало того, тебя расценили как то, что принадлежит мне. А раз ты богиня, то в том мире будешь делать для меня все при все! Нет! Не хочу отправляться туда с таким, как он! Нет! Буга-га-га-га-га! Эй, замолкни уже. А что, если кто-нибудь подумает, что мой товарищ долбанутая? Ты же обычным атаку за дротом должен быть. А на тебя что, можно положиться? Я, конечно, богиня, но с чего должна знать о таких бесполезных местах? Она бесполезна. Ты вроде нормальный парень. Как так стал хиги за дротом без девушки и друзей? Почему каждый день сидишь дома и только и рубишься в игрушки? Не зови меня хики, стерва. И вообще, не произноси вместе хики и за дрот. Я здесь без подготовки, не по своей воле. Разумеется, нет. Она бесполезна. И если ты один из моих последователей, одолжите денег, буду очень благодарна. Но я из церкви Эрис. Вот, считайте это благословением великой Эрис. А еще, какой бы глубоко верующей ты ни была, не стоит звать себя богиней. Да, простите, большое спасибо. Он не поверил в то, что я богиня. И вообще, Эрис рангом куда ниже меня. Последователь моего Кахая жалился надо мной и подал мне милостыню. Ага. Вот это, мы принесли регистрационный взнос. Да. Похоже, ей было стыдно смотреть мне в глаза. С верховного жреца начала! Вот это да! Возможно, именно с такой, как ты, мы намылим жопу владыки демонов, безрассудная подруга! А разве это не меня так приветствовать должны? Итак, наши приключения начинаются сегодня, Казума! Но, как бы то ни было, то, что называют созданием персонажей, завершено. И теперь начнутся наши захватывающие приключения. Забыл перед сном по-маленькому сходить. Уже стемнело. Сходить с тобой? Сам справлюсь.